употреблять. В соответствии с статьей 121 части 3 УПК РК, вещественного УПК РК, взыскается на двоих Вячеслава порядок экспертизы в сумме 111 215 тенге. Приговор может быть, кроме того, в адрес органа следствия и экспертизы вынесен. Аргумент вам понятен? Да. Так, в течение 5 суток получит полный текст приговора. В соответствии со статьей 121 части 3 УПК РК, вещественного УПК РК, взыскается на двоих Вячеслава порядок экспертизы в сумме 111 215 тенге. Приговор может быть, кроме того, в адрес органа следствия и экспертизы вынесен. Аргумент вам понятен? Да. Так, в течение 5 суток получит полный текст приговора.